«Открытая трибуна». Какой вуз Кривого Рога вы считаете самым лучшим? Мне кажется, что самый лучший музыкальный вуз, поскольку человечество надо приобщать к музыке, и больше классической, мне так кажется, надо возрождать классическую музыку, ну и развивать, так сказать, музыкальный вкус людей. На мою думку, найкраще це український політехнічний технікум, тому що там гарні вчителі, об'ясняють гарний матеріал. Також з нього випускають хороших спеціалістів, які в подальшому займають гарні посади. Запорозький національний університет, тому що у нього європейський диплом. Я считаю, что самый лучший вуз в Кривом Роге – педагогический университет, так как я, дети моих подруг учатся там, я знаю об этом много, также сама заканчивала, но я смотрю, что со временем не меняется качество обучения, и славятся в том числе наши педагоги, работают за границей, и очень-очень их благодарят за их работу хорошую. Ну, мне кажется, что КНУ самый лучший вуз в городе, потому что там очень высокий уровень преподавания. И вообще это один из самых лучших вузов Днепропетровской области. Ну, слава богу, у нас очень мощная база вузов, научная и учебная. Мне просто приятно говорить о том, что действительно наш город славится своими вузами. Но учитывая, что я и, ну, наверное, 90% моих друзей окончили наш славный Криворожский, еще, можно сказать, Ордена Трудового Красного Знамени, Горнорудный институт, сейчас это университет, я считаю, что это один из самых лучших. Он действительно дает очень много толковых специалистов, которые работают у нас в городе, которые работают за границей и прославляют наш город. И посмотрите, все топ-руководство нашего города из нашего славного вуза. У нас вуз лучший, Украинский политехнический техникум. В нем хорошие преподаватели, гарні діти, ремонт хороший. Всі привітні, завжди допоможуть тобі. Открытая трибуна.